Соперниц рязанским футболисткам достался шведский Русингорд, в составе которого выступают титулованные представительницы шведского, немецкого и бразильского женского футбола. К тому же две недели назад гости обеспечили себе чемпионство национального шведского первенства. И теперь все силы явно сосредоточили на Лиге чемпионов. В начале первого тайма на правах более титулованной команды шведки буквально прижали десантниц к своим воротам. Опасные моменты возникали один за другим, но забить, к счастью, не удалось. Во втором тайме шведские футболистки действовали более осознанно и тактически грамотно. На 52-й минуте матча они заработали довольно спорный штрафной, и после навеса Катрина Шмидт головой отправила мяч в ворота рязанок. Удвоили счет шведки через 12 минут. При ошибке рязанских защитниц во время искусственного офсайда один на один с голкипером вышла бразильянка Марта и не промахнулась. После этого шведки немного сбавили обороты, и рязанкам удалось провести несколько атак. После одной из таких атак за 15 минут до конца встречи наши футболистки заработали угловой. Последовал навес, и капитан команды Ксения Цыбутович головой направила мяч в сетку ворот. Футболистки Рязань ВДВ попробовали отыграться, пойдя большими силами вперед, но, к сожалению, за это поплатились. В дополнительное уже время свой гол забила немка Аня Митток. В итоге 3-1 в пользу Русингарда.